На ремонте вот такой пациент. Это газонокосилка Bosch. Хорошая модель. ProSilence с эрголифтом. То есть с кнопкой, которая регулирует. Вот эта кнопка, которая регулирует подъем-опускание. На нее нажимаешь и регулируешь сразу 4 колеса подъем опускания. Это преимущество, но это его проблема, которая, в общем-то, и появляется. Пришлось ремонтировать. По какой причине? Не очень крепкая деталь. Когда вы стукаете, например, резко бросили, вот она в таком состоянии, резко бросаете на пол, она весом ударяет. Там есть рычаг, который вот этот пластик, он держит этот рычаг. Он ударяет в рычаг и отламывает этот рычаг. И, собственно, это его преимущество и это особенность ремонта. Сейчас покажу, как можно это сделать. Значит, вот модель. Что-то не вижу. Advanced Rotec 760. Так, как-то не очень. Суть в чем, что вот здесь, если крышка снимается тогда, она так не просто не снять, значит, нужно нажать на кнопку, поднять до самого верха, и тогда, когда вы открутили два винта, крышка может сняться, потому что, ну, это если рычаг не сломан. И тогда рычаг вот в этот пропил, который открывается, он вытаскивается. И вот я говорил, что вот этот рычаг, когда вы бросаете резко, не удержали или придавили, сели, кстати, если сядете на него или станете ногами, то вот этот рычаг давит на этот пыптик и его отламывает. Ну, припаять этот пыптик, в общем-то, вы уже сами сможете. Я приплавляю такие вещи выжигателем по дереву, вы можете паяльником, чем угодно. И уже можете поставить, и он какое-то время будет работать. Но для того, чтобы со временем этого не повторилось, нужно сделать так, как-то чтобы было видно, нужно отремонтировать и с запасом прочности. И вот я, смотрите, из нержавейки или из любого другого металла вырезал и выгнул в тисках вот такой флажок, который вот сюда вставляется. Чик. И он, смотрите, я сделал его больше, больше сделать можно. Это его укрепит по целостности, чтобы не согнуло. Нержавейка такая вязкая, жесткая. Единственное, что вот чтобы он сюда зашел, здесь такие были перемычки. Ну, я взял просто на газу, нагрел железяку и проплавил здесь. Выплавил, две перемычки было, или три, по-моему. Выплавил, и теперь вот это будет поддавать жесткости, железная штука. Ставить буду на клей. У меня есть вот такой клей Акфикс PA360. Он, в принципе, написано для дерева, но подойдет и для пластика, металла. Сейчас я зашкурю, зачищу, обезжирю и проклею этим клеем. Он чем хорош? Он, кроме того, что у него хорошая адгезия, ну, клеющая способность, он еще немножко частично расширяется. И вот эти все неплотности он заполнит. То есть вы намазали, вставили со всех сторон. И единственное, что он, когда будет расширяться, он будет выталкивать деталь. Нужно зажать струбцинкой, хорошо прижать, чтобы он не выдавил часть металла. И все, он самостоятельно его приклеит, заполнит все
пустоты, соответственно, жесткость увеличится за счет склеения всех пустот, потому что я же не смог сделать, ну, идеально. Металл достаточно толстый, уже гнул как мог. Все, вот такую деталь я сделал, ставим на место. Более того, можете увидеть, что, смотрите, здесь отломались еще фиксаторы. Здесь было два фиксатора, вот один и второй. И вот тут второй, который держали, вот он утапливается туда, фиксируется и на подъем не вытаскивается. Не буду их ставить вообще. Они отломались, я восстанавливать их не буду, потому что когда он тут стоит, он вставляется, там пружина, она, по идее, может его вытаскивать. Но он же будет стоять здесь, получается, при использовании он будет фиксироваться. Сама вот эта планка и этот рычаг не будет давать ему выскакивать наверх, он всегда будет в нормальном состоянии стоять, поэтому выскакивать и не будет. Все, теперь склеиваю, зажимаю, обезжириваю, склеиваю, зажимаю и ставлю на место в обратной последовательности. Так что повторяйте. Вот такая есть проблема у этого Advanced Rotec, но однако она подлежит ремонту, даже если вы просто склеивались, то склеенная уже не имеет такой жесткости, и туда